Давай мы за Валерой поедем. Давай за Валерой. Все-таки мы... Нива или Газик? Сейчас мы узнаем. Смотри, какой-то мужичок бежит. Куда он, не знаешь? За запродами, наверное. За масками. Уже говорит, что типа запроды одевать или нет. И, наверное, смотри, что-то с колесом у Валеры. Спускает. А, неровно стоит. Только что он прыгнул, и оно вот так вот телепает. Подшипник умерший. Так, красиво пошли. Вот она, эта легендарная лужа. Высохла сильно. Сильно высохла. Ну, опа, что там? Бревно уперся, наверное, подожди. Траекторию будет менять. Так, поехали. Попробуй, может... По этой пойдем. Идем красиво. Блин, любимое наше место. Так, что там слепой что-то? Не идет Валера, ну так непросто ему, смотри, садится жестко, да. Блин, как классно снимать без лобового, вообще обалденно, просто идеальная машина. Точно по его следу, да? Давай, да. Сейчас мы проверим. Не, ну мы на вояках. И колеса больше прилично, причем вообще без напряга просто газик едет. Просто по Валериным следам очень уверенно. Ёханы бабай. Да, видишь, вырубка и подсушила лужу. Ну посмотрим сейчас. Ну Нива не так проста на самом деле. Да, вырубили. А вон стреляют люди, мишени на краю. Тут опасно ездить. Газик уверенно прошел. Вот он, новоиспеченный блогер. Свежий, свеженький, а он еще один. Тут, блин, концентрация их огромная. Несмотря, что бородач дома, да, все равно много. Что-то никто, да, все очканули. Да. Третью включаю. Слышишь, ты на Памелу Андерсон в этой маске похож, Сань. Да, 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 особенно в этой походке вообще. Вот так должен. Вот так, давай я сейчас на замедленную. Отходит. Сися выпала. А яйца телепаются. Дынь, дынь. А рацию кто там взял? Не. А меня все равно не ловит так далеко. А что у тебя с рацией? С рацией у меня. Ну, покажи, как ты бежишь. Я уже не могу идти. А плавать можешь, нет? По-моему, он это, его коронавирус уже накрыл. Да, побежали. Так, слепой отжигает.
Вы тоже об этом подумали, да? Если бы он нырнул сейчас. Сволочь! Саня, как ты грациозно бежишь. Эти спасатели Малибу нервная это. Так, Макс решил катнуть. Да, не выбрасывайся. Так, какие-то пешеходы идут, пока машин не видно. Ну мы ж без лебедки. А не, пешеходы подготовили камеры, все повернулись. Значит, сейчас будет экшен. Леня, наверное. Так. Это парень из Днепропетровска едет на патруле. Саня, отходи. Отходить? Серьезно? Блин. Не-не, нормально ты. Сразу двумя, да, красиво. Думают о просмотрах люди. Чтобы были красивые кадры. Ты нормально его встречал. Вон следующего встречай. Ого, от Лёни волна пожёстче была. Даже намочил мне левую ногу. Вот это меня накрыло. Все на камере, как тебя накрыло. Да, нормально. Давай, как ты бежишь, я буду снимать. Блин, это самое сегодня захватывающее зрелище, как Саня бегает по луже. Остальное все не то, да, Макс? Ну и газик, конечно, шикарно смотрится. Так, слепой летит. Подожди, осторожно! Прячься, прячься! Слепой летит по беспределу. Уже такой динамики нету. Что, догоняем? Да, Саня хорошо все починил, едет достойно. За слепым едь! Да. Слепой покажет дорогу, не очкуй. О. Ну тут уже неплохо. Становится хорошо. А мы не там ездили просто. Так, мы внутри болида. Дельфин сейчас поедет за нами. Что, застряли?
Не, нормально едем. Вот этот известный. Известный джипер на свежеподготовленной машине. Ух, елки. Тут жестко. Что, застряли? А, ты пропускаешь, мигнул фарами, да, чтоб на обгон идет? Назад. Там еще подрезают. Слышь, я им про еду сказал, ты посмотри, как едут быстро, да? Что еда делает? Творит чудеса. Обгонишь их, Макс? Хорошо, идем. Да, когда-то тут даже рыба вылетала с этой лужи. Караси. Караси, карасей колесами выбрасывала. Просто этот вид с открытыми окнами просто шикарный. Кого? На окна? На меня, да. На тебя не страшно. Да. Макс говорит, даже до радиатора. Да, кстати. Вот как раз на ты видишь, тоже даже, это же в родном месте стоит радиатор, да, получается? Да. Даже это продумано. Не, ну я имею в виду высота. Чуть выше она, чем сток, но тем не менее. Да. Да, не простенько там совсем. Проехал. Все нормально.